известный как Зейне, могила шейха Али Семерканди. Это одно из важных произведений периода сельджукских княжеств. Со временем к зданию, построенному в Большом саду, пристроились могильные камеры. Сегодня среди строительных групп, которые должны были быть в пепле, сохранилась только гробница. Согласно легенде, Семерканди помолился, ударив палкой в руке посреди скал, и вода хлынула наружу. С тех пор считается, что на этих землях продолжается изобилие Семеркандии.